Друзья, ну посмотрите, куда мы еще забрались с Клаусом. Fly in front of me, 45 degrees in front. А мы летим курсом, я так понимаю, на озеро Серпансон, в сторону дома. Под нами вот слева у нас долина Барселонетта. Еще раз мы слетали к снегам. Очень красиво получилось. А, вон он, Клаус, сверху. Вообще фантастика. Еще раз слетали... I'm right of you. Если вы его там видите, скажите. Я его не вижу. Я его не вижу. Он сказал мне. Оп. Ага, понимаю, куда он хочет нас завести. Красота какая. Ну а справа, видите, какая-то пурга, там все. Клаус тут изобретает какие-то фигуры высшего пилотажа. Шикарный полет у нас получился, замечательный. C'est Madame Bécassine, la jolie marchande de vin. Elle a la taille fine et des bagues tout plein les mains. La bien jolie souris, les gentils avec clients. Quand client veut partir, le retient assurément. Quand mes yeux ont vidé des verres, devenir très amoureux. Mes bécassines très sévères, donnez-moi argent, messieurs. Mais monsieur Bécassin, vouloir aussi boire du vin, je sais pourquoi, alors lui, les yeux, donnez sa femme aux messieurs. Ну, сейчас мы уже, наверное, будем возвращаться домой. Я очень доволен. Смотрите на меня, какого довольного. Хе-хе-хей! Полное счастье! Полное счастье! Ну, Клаус гоняет вокруг, вот он. О, видите, что творит? Что творит, гляньте? Ракурсы ловит. Учитель гоняется за учеником. Ну, а мы... 120. Можете посмотреть слёты на сплаве в паре. Он подлетает. Остается только забереть и снимать, и смотреть, как Клаус летает вокруг и снимает меня. Видите, друзья? А я стараюсь держать постоянную скорость. Ну, вот так это выглядит. Киноработа в паре. Представляете, сейчас там достанутся какие-нибудь кадры красивые. Видите, ругается. Я к облаку подвернул, у меня руки дрожат. Ну, вот. О. Подвернул на облака. Здесь со скоростью 120 двигаюсь вперед. Вот такая, друзья, непростая работа. Работать парой. Но контент огонь должен получиться. Я надеюсь. Мне уже тут и уши заложило. И пить хочется. Остается... Кроки энергии остаются в камере. Должна сейчас еще что-то доснимать. Я попробую этой камерой вам еще показать грозу. Смотрите. Моноклок. Ой. Клаус за мной гоняется. Вот у вас, вы видите, грозу, которая ближе к морю сформировалась. Вокруг меня летает Клаус. Сейчас опять красиво будет отражаться озеро в лучах солнца. Посмотрите. Шикарно. Ну, сейчас... Сейчас мы можем летать, как хотим, по той простой причине, что мы на долете сейчас находимся. То есть у нас до аэродрома долет, поэтому сейчас мы... Клаус меня гоняет к облакам не потому, что нам нужна энергия, а просто потому, что это красиво. Ну и так, правильный хребет,
чем больше, то есть место с энергией позволяет быстрее лететь. Мы можем просто быстрее долететь домой потом. Поэтому надо лететь правильно. Вот сейчас я подхожу под облако. Набирать я тут не буду, просто вот проход над хребтом этим в этом месте позволит не потерять высоту. Высоты у нас избыток 3500. Домой хватает с запасом, то есть мы пойдем домой, особо не набирая. И я смотрю на грозы, которые около дома. Вроде как все хорошо. Дома вроде дождь не идет. Немножечко придерживай. Оп. Сейчас по-хорошему ручку бы дернуть. Так, в общем-то, и не надо. Смотрите, как красиво смотрится контрастно снег. Южный склон, северный склон. Видите, какой контраст? Зелень. Ну, не зелень, жухлая трава. И снег. Очень красиво. Так, ну я думаю, что, пожалуй, я пока... Видите, меня управляет, но у меня тоже какой-то контент-огонь делает. Где же он там есть? Я просто Клауса не вижу. 120. Вы это видите? Надеюсь, что видите. Около 4 часа. Сзади. Представляю, где он тогда. Ну, мое дело-то что? Скорость держать, да все. Да расслабиться. Скорость держать, да расслабиться. Остальное Клаус делает. Мне так хочется повернуть голову и посмотреть на него. Ой, как страшно, друзья. Ай-яй-яй-яй. Ну ладно, все, я даже смотреть не буду. Просто лечу и все. Даже камеру вот так поставлю. О. Ну пусть она пишет, что вытворяет. Что Клаус вытворяет. Ой. Ой, как страшно-то. Смотрите, друзья, вот он. Ай-яй-яй-яй. Да, круто. Да, друзья, вот это контент-огонь. Испугаться хочу немножко. Посмотрите, что творит Клаус. Что творит? Вообще, сказочный маньяк. Вообще, маньяк-приманьяк, учитель, ты чему меня учишь? Я же потом этому же буду учить курсантов, посмотрите. Я, друзья, даже смотреть не буду, я отвернулся. Какой ужас. Отвернулся, но знаете, когда, как это, как мой Макс смотрит фильм, он прячется. Ой, блин. Он прячется за ширмочку какую-то, там еще чуть, за ленточку. И в самый страшный момент под одеяло лезет. Вот так он смотрит страшные мультики и фильмы. Мне кажется, так же надо с Клаусом сейчас летать. Закрывать глаза и просто... Точнее, смотреть на скорость. Я сохраняю параметры полета строго. 120 км в час. Не шевелю ручкой. Не создаю никаких маневров. А Клаус летит и надо мной издевается. Но зато посмотрите, какой контент огонь. Посмотрите, какой контент. Ой, друзья. Так можно летать, только если ты очень доверяешь... человеку. То есть я счастлив, что Клаус доверяет мне. Я себе бы так не доверял. Ой-ой-ой. Меня тянет направо. О. В общем, что-то с этого да получится. Какой-то с этого всего выйдет. Ой. Все, вроде как. Фу, вот это было... Друзья, испытание. Очень страшно. Очень. Сейчас я опять обгоню Клауса. Последние крохи энергии на батарейке, друзья. Мы на долете домой. Вот, Клаус справа. Только что он меня мучил взлетностью в фаре. По центру гроза. Ну, грозу я вам, если что, с телефона засниму. Ну и посмотрите, как же красиво вокруг. Как красиво мы возвращаемся домой. Просто фантастика. Я счастлив, что учитель взял меня немножечко полетать. И сейчас мы летим с ним
Домой! Эй! Вот он. Сейчас я немножечко сброшу скорость, и он меня обгонит. А я как раз на него повернул. Видите, надо смотреть и на Клауса одновременно, и куда летишь, чтобы кого-нибудь там не зафигачить. Вот. Теперь я его. Оп. И сейчас я под ним поднырну. И он меня сможет догнать. Ну что ж, друзья, учитель приземлился. Вот он подрулил уже к ангару. 27 км в час попутный ветер. Вот он аэродром. И можно садиться против ветра, но потом непонятно совершенно, как перетаскивать планер. На моторе, наверное, ехать. Поэтому я в такой ситуации предпочитаю до 30 км в час, сейчас 27, использовать заход по ветру. Мне это не так страшно, как кажется. Понятно, что мы дополнительной энергии имеем в планере, относительно земли достаточно много. Но мы тогда заходим с большей дистанции. Более длинная глиссада. Надо понимать, что в этом случае есть шанс красиво рассеять энергию и приземлиться. Что я сейчас и продемонстрирую. Ой, наснимали контент огонь. Погода бомба. Контент огонь. Фу, устал. Реально, вот сейчас вот такая усталость чувствуется. Когда с учениками летаешь, устаешь меньше. Фу. Видите, как приходится работать, чтобы радовать вас хорошим контентом. Ну что, до новых встреч, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. Эй!